Сейчас я вот здесь еще поднатяну. И, блядь, нормально будет. Вовка, ты. А что ты же, блядь, сжимаешь? Я же тебе сказал, туда не надо. Пружину ты зря поставил, блядь. Подожди. Ты стянул и снизу. Может, подожди, давай его кверху поднимем чуть-чуть. А, что-то лезет. Кверху его вот, давай поднимем, нахуй, лапы, хуя поднимем. Порно пытается вытащить кота из пружины. Пока не особо это получается. Как его, блядь, поднять-то кверху? Вот что. За хвост. Блядь. Может, он там поможет руками, нахуй, а? Вот здесь вот кверху поднять его. Где? Откуда? Откуда? Вот отсюда, отсюда. Сверху? Можешь, да. Сейчас попробую. Бля, не подлази. Ну-ка, давай. Ни хера не зацепляюсь, не могу, не подлази. Рама мешает. Тихо, подожди, он мой это. Мочка его наебаная. А что, не получится вытащить его? Через за морду. Я и хочу, чтобы его за морду вытащить. Его же надо развернуть, чтобы в хорошую щель попасть. Блядь. Не, давай еще стянем. Чуть-чуть. Да живой пока, нормально. Он такой адреналин получил. Он еще адреналина больше не испытывал. Космонавт у нас был. Я думаю, еще один кот в пружине на 130 километрах не ездил. Это Вов, что, твой большой, который кот? Маленький, котенок, блядь. Ни хера котеночек. Ну, действительно, ни хера котеночек на всю пружину, блядь. Этот котеночек, он всю пружину занимает. Каким нахер образом он попал. Котеночек, блядь. Сколько? 70 километров он проехал. А, ну да, вот хорошо. 70 километров котеночек проскочил, как нехуй делать. Теперь сидит в пружине и ждет, когда его вытащит. Блядь, будут люди служить там. Запикают, ничего страшного. Если он сам сотрет, то сотрет. Антох, у тебя там щель большая, посмотри, от колеса. Антох, я от колеса. Вот здесь вот, да. Да вот здесь. Морда пролезет, сможет? Лапа торчит. Здесь видишь, блядь. Не, морда не пролезет, маленькая. Маленькая, не пролезет морда. Тяните, стягивайте еще. Надо придется, наверное, пружину полностью стянуть, вытащить ее, а потом уже... Что-то у вас ни хера не... Вы туда-сюда крутите, мы ничего сжать не трепете, блядь. Ну как, мы сжали, блядь. Три стяжки, а вы, ну, стяжки... Три стяжки сжать не можете ни хера. Давай, да там. Так у него морда шире моей, блядь. Кого, кота смазать? Конечно, да сейчас уже пружина выйдет, уже она же сняться должна. Надо выше поднять просто машину и это самое, пружина выйдет уже. Ну. Да, Андрей, поднимайте выше машину. Да я подойди. Я боюсь, чтобы она не сорвалась, пока вот так вальше. Ну, блядь, она не должна. Оп, пружина уже свободна. Все, пружина свободна. Надо, блядь, машину поднимать выше. Поднимайте машину выше. Крутите, крутите. Пока вылезли, пусть они вылезли. Давай, поднимай. Вылезли, все. Поднимай эту машину. Пока колесо не пойдет. Все, поднимаю машину. Идет, пока поднимается. Идет. Пока колесо не вылезет. А че, там видишь, там, блядь, амортизатор. Амортизатор не даст ее. Еще, поднимайте, колесо еще не ослабло. Не повисло еще. Саня, поднимай выше машину. Пока колесо не ослабнет, поднимай. Давай, крути. Крути, поднимай. Уже орет кошак. Что орет? Жить-то хочет. Конечно. Крути, поднимай. Ну что, пружина должна же уже помогать. Поднимай. Чё, да, пружина вылезла. Посмотри туда. Такого вообще никто не видел, блядь.
Ютуб вообще оглох. Слушай, а как пружина там здесь стоит? Нихуя ты его, блядь. Пружину надо снимать. Смотри, кот в пружину залез. И как его вытащить, видишь? Че, мост, Серега, поднимай, что у нас? Да он больше не поднимает. Не, не. Поднимай, поднимай. Подожди, 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 а не поднимай, не поднимай, не надо. Не, колесо-то на земле еще стоит. Мост еще не вытянулся. Че, амортизатор не открутили? А как он залез туда? Слушай, а пружина не снимается снизу. Амортизатор открутили? Да, амортизатор крутить, пружину вытаскивай, так хуй вытащишь. Но. Конечно. Она стянута уже. Так пружина, она все вот уже свободна, видишь? Ну и все, выворачивай ее нахуй на ту сторону. Как? Вот на себя выворачиваю. На себя. Да нихуя с этим котом не будет, выворачиваю и ебать ее конем. А так? Конечно, на себя вы. Не, что стягивать она? Стягивать все. Ну что-то мало стянуло. Что-то у них с башкой что ли там сидит? Да. Лапу она переломала по-любому, блядь. Да ну. Она сидит с кем-то. Стой, тебе надо монтажку, дай монтажку, что-нибудь. Ты только осторожнее, так нахуй сорвется, блядь. Да нихуя тут ничего не будет, не ссы, вы ебать. Она уже сама пружина выворачивается, нахуй. Опа, у вас что, три стяжки, да нормально все? Три. Опа, пружина пошла, все, что? Хуя кот в пружине. Вышла пружина. Короче, его надо и будет назвать там. Сейчас посмотреть, то пружина его и прозвать. Псевдоним Прадик, нахуй. Прадики же достали нам. Да все, вытаскивай свою, хуй ты мозги ебешь, сейчас сам помогу уже. Леха, залезь, помоги ему. О, блядь, не слышь, ну коту залезть. Походу давай, попало. Давай, вот так его вытаскивай, Лова. Да давай, еще на голову нахуй. Во. Во, ну-ка давай вот сюда. Все, вынимай его. Вынимай, все. Вот как он вот есть, он, много. Во. Вот он счастливец. Ой, он трясет, смотри, он в шоке. Да, конечно. Да нихуя, брат. Вытаскивай, нахуй. Да, смотри. Он еще не пролезет, хера. Красава. Его за жопу вытаскивает. Ну что ты лапу не зажали ему тут? Да живой, живой, живой. Живой, за жопу вытаскивать его. Через голову он не пролезет ни хера. Вот сюда, ты направление ему дай вот сюда. Да не, он маленький, он через голову. Вот туда, вот сюда. Да не надо ему сюда, ему надо вот сюда. Он поймет, что бошку. Он, не, он жопу там завернул. Не. Раскручивать пружину надо, не тряси. Не, через голову, вытаскивай через голову. Скручивай его мозги. Да держи, держи. Назад будете ставить. Пружину, держи. Да держи. Че, лапу надо только поправлять. Ва, стой, не тяни, да ты его ухуяришь, не тяни, лапу надо поправлять. Ну лапу вот. Не сломай. Все, на. Все, вот он. Держи. Вот он счастлив. Сука, покажи его на камеру. Вот он, рыжий. Персик, блядь. Бедолага, так. Живой, все. Пускай побегает, разомнется. Сиди не угораешь, блядь. Ты бедный, блядь. Вот в этом крокодиле он застрял. Застрял. Ну все, его теперь освободили. Нормально. Живой. Вот. Невредимый. Правда, теперь хлопот доставит, поставить пружину обратно. Ну ничего, с этим справится.